успокойся, Оль, все нормально, выдохни. Я дома нахожусь, с тобой рядышком все. Че ты? Никуда не ухожу из домика, че ты? Мы с тобой как в заточении здесь находимся, в темном царстве. Почему я должна приходить за тобой? Любимая, почему? Почему я должна? Если ты видишь, что где Оля? Ты не переживаешь. Ты не видишь. Где ничего. Я? Что я делаю? Почему я волнуюсь, переживаю и думаю о тебе? Тебя час не было. Почему мы не можем просто пойти с тобой вечером и там прогуляться? Покойник. Да ты сидишь там, если бы не пришла, ты бы еще бы час бы там просидел. А почему ты не можешь подойти и сказать, дорогой, пошли прогуляемся? Я за тобой пришла. Я за тобой пришла. Я понял, что ты за мной. Ты нормальный. Я нормальный. Я-то нормальный. Незаметно. Что тебе незаметно? Что ты заметно? Что тебе заметно? Может, хватит орать уже? Я тебя успокаиваю, ты ноешь, что-то ноешь. И сама себя доводишь. Сначала доведешь, потом успокаиваешь. Ну, это хоть нормально. Тебе вообще мне нисколечко не жалко. Мне сейчас.